ней. Все плачет и плачет уже который день. Может, ты ее случайно обидела? Обидела? Да мы понимаем друг друга с полуслова. Обычно. Ну, у меня получалось обидеть ей половиной слова. Фи! Спокойно, куколка. Бублинант Гала Рибиус – опытный домашний психолог. Он проведет с твоим домом чуткую и ободряющую беседу. Уважаемый дом Пинки, позвольте вам помочь. Как-то раз я любовался чудесным лунным восходом. Ободряющая беседа с домашним психологом принесла дому Луне отрицательную пользу. Отлично, Бублик. И что теперь делать? А если Луна плачет, может ее развеселить? Красивая. Так она... моя луна хочет повидаться с луной на небе! А это как, со старшей сестрой, что ли? А сразу сказать нельзя было? Держи, Флай! Держу!
раньше? Успеем, времени полно. А опытный Бублик уже подготовил маршрут в навигаторе. Чик! Покиньте планету комнаты Ромы. Доберитесь до планеты Кухня. Через открытый портал переместитесь на край галактики и потеряйте дар речи от завораживающего вида Вселенной. Мы просто обязаны показать Луне мое кафе. Сегодня там печенье звездочки. Тогда начинаем движение. Коко, меня не видно. Ты не мог бы развернуться? Вернешься, выпей молока перед сном. Пока, сынок. Портал закрыт! Планы рушатся! Фу, крепко закрылась! Не волнуйся, дорогая, мы обязательно успеем! Правда, ребята? Да-да, напрягитесь. Бублик, может, поможешь? Прости, дорогуша, Бублинант должен беречь силы. Работа навигатора утомляет. Свежесть лимона. Точно, а у меня идея. Свежая. Опять кто-то лоток на край поставил. А что с воздухом? Баллончик сломался. Многовато лимонной свежести. Фух. Может, Луна переночует у сестры?
где ты будешь ночевать? Пинки, есть одна необычная идея. Спокойной ночи, друзья! Ой, а завтра мы заберем Луну домой. Главное не забыть. Наконец-то мы выбрались. Конечно, Пинки. Я же обещал. Да-да, Флай только и делал, что обещал. А здесь мы, благодаря галактическому страннику Бублинанду Галарибиусу, где только не ступала моя нога. Ой, Бублик, твоя нога наступила на скатерть. Именно о такой пенсии мечтает каждый военный. Супергерой? Незваные гости. Будем рассыпаться в приветствиях, сразу к делу. Здесь я намерен поставить свою машину, так что будьте любезны, освободите поляну. Ого, вот это гостеприимство! Неужели вам мало места, чтобы поставить автомобиль? Простите, совсем забыл сказать. Это моя территория. Покиньте ее поскорее. Ну, ладно. Давайте найдем другую поляну. Здесь везде красиво. Нет, 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 вы не поняли, там тоже моя территория. И вообще, здесь все мое. Вам нужно просто уйти. А с какой-то стати ты все себе присвоил? Я никуда не уйду. Гости пришли со своими правилами. Что ж, давайте решим, кто займет поляну. Предлагаю состязание. Гонки по садовым дорожкам. Гонки? Это мы любим! Боюсь, сегодня ваша любовь останется безответной. Но если хотя бы один из вас придет к финишу раньше меня, так и быть, можете провести свой пикник здесь. Улыбайтесь. А машины вы уже подготовили? Наша гонка продлится до зимы. Да, против супергероя шансов у вас будет немного. Мне не нужно много. Достаточно одного. О! Бублик, ну хватит уже! В смысле хватит? Новости делаются именно так. Не нужны нам твои новости. Отойди! Слышишь, как рычит Пинки? Просто зверюга.
Да, этот флай, похоже, быстрый соперник. Но эта маленькая штучка притормозит торопыгу. Нужно только, чтобы какой-нибудь простофиля прикрепил ее к машине флая. Представляете, мои дорогие слушатели, Бублика прогнали с гонки, и теперь мы не узнаем стольких подробностей. А вот и наш простофиля. Никто меня не понимает. Бублик, верно? Помню, у нас были разногласия, но это в прошлом. А сейчас мне больно видеть, как твои так называемые друзья совсем тебя не ценят. Правда больно? Не то слово. Ну, давай к делу. На твоем месте я бы отыгрался за обиды и, скажем, помог бы сопернику выиграть гонку. Ты предлагаешь мне предать друзей? Конечно, не так громко, но да. Пойми, это ни на что не повлияет, ведь я все равно выиграю. Только посмотри. Ты думаешь, я могу проиграть на такой машине? Мощной, быстрой, надежной, как... Видишь, как продумана конструкция? Все узлы доступны для ремонта. Друзья даже не узнают о твоем участии. Нужно лишь... И слышать не хочу. Бублик не предаст. Что ж, придется действовать хитрее. Это на удачу. Бантик очень красивый, но он снизит мою скорость. Зато окажет поддержку во время гонки. Бублик, сфоткай нас, пожалуйста. А где Бублик? Что ж, на спорте свет клином не сошелся. Буду снова тревел-блогером. Дружище, только не падай! Тебе интересно, откуда я узнал, что ты упадешь? Все просто! Я — это ты из будущего! Будущего! А почему ты... то есть, я в коробке? Очевидно, у нас такая мода. Послушай, от гонки, которая скоро начнется, зависит судьба всей вселенной. В гонке не должен победить супергерой. Ты слышал? Повтори. Супергерой не должен ни за что. Установи этот мега-ускоритель из будущего на мотоцикл Флая, чтобы он пришел первым и спас вселенную. Мега-ускоритель! Как мне отблагодарить тебя? О, начну качаться. Правда? Хотелось бы это увидеть. Спасибо, я из будущего. Вот простофиля. Бублик, а где ты это взял? У меня есть контакты в любом уголке пространства и времени. Так что можете извиниться за ваши слова, сказать спасибо, о великий, и выиграть эту гонку. А вообще-то мне не нужен ускоритель. Я и так самый быстрый. Ага, теперь тем более. Может, и меня догонишь. Помните, победить должен любой из нас. И у Флая теперь самые высокие шансы. Удачи, Флай! Не забудь про ускоритель! Спасибо, но я и без него буду первым. Правда? Хотелось бы это увидеть. Правда, хотелось бы это увидеть! Хотелось бы это увидеть! Это был супергерой! Нет, Флай! Включай! Раз, два, три, поехали! Прошу.
Моя победа! Молодой человек, вы планируете завершить гонку? Прошу садиться. На них не было чудо-ускорителя. От стенки переворот! Задом наперед и... Самый сложный трюк в моей копилке. А у меня рекорд скорости. Ой, как не скучно вы проводите время. Да, куколка, мир полон интересных занятий. Ой, а вот я все время в кафе. Это нормально. Кто-то же должен баловать нас сладкими десертами. Должен? У тебя талант кондитера, девочка. Кухня! Вот твоя стихия. Эй! Нельзя решать запинки! Кто сказал, что она не может уйти с кухни? А вы знаете... Мне и правда захотелось заняться чем-то другим. Пока не знаю чем, но попробую и все. А мы что, останемся без пирожных? Пинки навсегда покинула кафе и встала на трудный путь поиска себя. Да! Наконец что-то новое! Ой, я так волнуюсь! Не волнуйся, все получится! Супергерой не понимал эту девчонку. Зачем что-то пробовать? Каждый хорош на своем месте, а ее место... кухня. Вот так. Ты готова? Ой, а тут высоко. Смелее, Пинки! Если что, я поймаю. И я! Кухня! Вот твоя стихия! Ну уж нет! Ловите меня! Потрясающе! Вы это видели так же, как и я! У нее получилось! У-ху! Ho ho ho!
Девчонка делает успехи. А пирожных остается все меньше. Она должна вернуться на кухню. Пинки, ты прирожденный трюкач! Идем в мою команду. Будет круто. Каждый день новые трюки и рекорды. Ребята, а давайте попробуем что-нибудь еще. Еще не нашла себя. И вот новый вызов. Скалодром! Привет, Урашек! Ситуация осложняется. Кухарка все дальше и дальше от кухни, а запас пирожных тает на глазах. И во рту. Каждому свое? Нет! Хочу и буду! Дорогие зрители, ущипните меня! Наша принцесса открыла в себе новый талант! Ничего себе! И без тренировок! Вот да! Дело принимает опасный оборот. Мы можем остаться без десертов! Супергерой думал о будущем. Будущем без радости сладкого. Это было неприемлемо. И супергерой начал действовать. Пинки! Уходи в сторону! Это ужасно, мои дорогие зрители! Такое опасное место! Смелее, Пинки! У тебя получится! Наша принцесса талантлива во всем. Теперь останешься в скалолазании? Здесь? Нет, давайте что-нибудь другое. Суперблогер! Какие просмотры! У тебя настоящий талант, куколка! Давай вести совместное шоу. Это займет всего лишь все твое свободное время. Эй, Бублик, не наседай. Может, Пинки хочет выполнять трюки на роликах? На скейте, Гло! Ты же видела, как Пинки катается?
Не смеши меня, Флай. На скейте. Лагерь — лучшее занятие во вселенной. Супергерой проиграл. Он не смог удержать сладость этого мира. Вот оно, последнее пирожное в истории. А дальше пустота. Нет, на скейте. Круче. Лагерь. Пинки, ты решила, чему себя посвятишь? В смысле, чему посвящу? Ну, конечно, своему кафе! Кафе? Я обожаю готовить! Просто хотела попробовать себя в других интересных занятиях. Дорогие зрители, принцесса Пинки возвращается в кафе. Мы потеряли блогера, но получили обратно нашу любимую выпечку. Ху-ху, ура! Не знаю как, но все вернулось. Сладость мира спасена. Очень вкусно. Спасибо, Пинки. Я по вам соскучился, мои сладкие булочки. Наконец-то мир снова наполнился вкусом. Ой, кажется, я переел. Теперь, дорогие зрители, начинаем блог о здоровом питании. И наш герой – супергерой! Больше никакого сладкого, только морковные чипсы! Нет! Стой! Раз, два! Налево! На первый, второй, рассчитайся! Первый шаг вперед! На месте шага марш! Песню запей! Бай! А малыш неплохо управляется с ботами. Неплохо? Да я бы сказала, лучше всех, кого мы знаем, включая самого генерала. А может, Мелкотрон мечтает захватить его место? Мелкотрон захватил расположение генерала, а другого ему и не нужно. Упор, лёжа, принять! Лёжа? Ну да. Когда они встретились, мир содрогнулся. Ну, мир Мелкотрона точно. Еще не было ни Флая, ни Глории, ни Мелкотрона, ни робота. Генерал уже мечтал о своей команде. Он всегда хотел управлять большой и дружной командой. О! Ну, получил вместо нее игрушку-таймер на пружинке. Мелкотрон был бы счастлив оказаться в команде генерала, но генерал хотел командовать не цыпленком на пружинке, а грозными роботами. О, генерал де Кроль, легенда. Какая огромная честь видеть вас, говорить с вами, мечтать о службе под вашим началом. О, простите, разрешите представиться. Младший хозяйственный таймер Мелкотрон. Время сигнала до 5 минут. Ожидаю ваших распоряжений. Нет, мне нужны совсем другие роботы.
догадывайся. Генерал добрый и справедливый, когда в настроении. А значит, рано или поздно он обязательно тебя примет. Главное не сдаваться. Главное не сдаваться. Друзья, наконец, моя мечта сбылась. Знаете, это особое чувство. Немного грусти, но такое приятное волнение в ожидании будущих свершений. Поздравляю, генерал! Чудесно, когда мечты исполняются. Но настоящее чудо – исполнить мечту кого-то другого. Вы совершенно правы, принцесса. Надо мечтать дальше о победах с моей новой командой. О, вызываю вас на спортивную битву в пинг-понг-баскетбол. Мы принимаем вызов. Мелкотрош, ты с нами? Я не знаю. Берите кого угодно, вы все равно проиграете. Простите, я не могу. Лови, урожай! Стой, ты беги! О, нет! Принесите мне победу! Это приказ! Нет! Победу в игре! Надо забить мяч! Да не так! Бестолковые! Вот как надо! Ой! Генерал, боты покинули вас, но я готов сражаться вместо них с вами. Не надо, я буду сражаться один. Все здесь. Но вы же один. Вы не сможете играть против нас троих. Вы проиграете. Это не важно. Я бросил вам вызов, и моя честь не позволит мне забрать его назад. Thank you.
Может, хватит? Вы сдержали слово чести, но, кажется, пора признать поражение. Ни за что! Продолжаем! Ой! Команде генерала замена! Боты, выйти на поле! Генерал Декроль, извольте отдохнуть и насладиться игрой вашей команды! Боты! Программа 4! Начали! Прекрасно подготовил ботов. Просто машины! Что я наделал? Спокойствие, мой генерал! У нас есть замена! Мальчики, собрались! Последний розыгрыш! Генерал, у вас прекрасная команда. Ура, Мелкотрон! Мелкотрон, построить ботов! Боты, стройся! Да, Мелкотрон удивил. Думаю, он все равно может занять место генерала. От помощника до начальника всего пара шагов. Да, ровно пара шагов. Вот же Флай. Как должен мыть посуду, так сразу дела у него. Ой, еще вот это. Что бы я без тебя делала? О! Привет, девчонки! Скорее собирайтесь! О, пришел! Между прочим, это твоя работа! Проиграл в камень-ножницы-бумагу, значит, мой! Ах, некогда мыть, Гло! Мы идем искать сокровища! Так, ага, пироги, пончики, тортики, злоечки. Что еще за сокровища? Вот! В этой карте все обозначено! Нашел за Роминым столом. Ну, можно и за сокровищами. Ребята, надеюсь, вы не расстроитесь, но эта карта принадлежит нашему общему другу, правда? Да! А кому? Орашу. Подарила ему настоящего сумрачного ниндзя Ораша. Орашек сразу начал искать, какую бы миссию выполнить. И карту, приложенную к подарку, он принял за свое первое задание. Ораша.
Сюда, сюда, генерал! Давайте скорее знакомиться с новеньким! Конечно, дорогая принцесса! Всегда интересно узнать, кто же таится в подарочном яйце! А где же наш новенький? Да, частично. Здравствуйте. Выходите, пожалуйста. Мы хотим познакомиться. Я принцесса Пинки. А это генерал де Кроль. Добро пожаловать, Кромочки. Ничего страшного, мой друг. К любому хвосту можно привыкнуть. А пойдемте в кафе. Мы всеми силами старались, чтобы Орошу понравился его новый дом. Но Орош думал только о выполнении своей важной миссии. А наша принцесса готовит потрясающие торты и круассаны. Монами, друг мой! Он опять потерялся! Что ж, постараемся уделять больше внимания нашему новенькому. Прекрасные качели, друг мой. Но вы теперь не одиноки. Не обязательно развлекать себя самому. Да, Ураш, теперь у тебя есть мы. Давайте к нам, генерал. Может, Урашу и нравилась наша забота, но его важная миссия ниндзя оставалась незавершенной. Может, новичку просто нужно время, чтобы освоиться? Вот еще! Урашу нужны друзья, а не время. И где теперь его искать? Конечно, мы хотели как лучше. А Ураш хотел завершить свою миссию. О, Урашик, а мы тебя опять потеряли? Думаю, все же следует позволить ему побыть одному. Генерал, ну как вы не понимаете? Мы для него стараемся, развлекаем, угощаем. Я компот поставила, а он... Ай! Что это? Это карта? А зачем она? Что происходит? О, дорогая принцесса, по-моему, мы в ловушке. Как? Почему?
Полагаю, мы не оставили ему выбора. И куда он так торопится? Терпение, моя дорогая. Думаю, мы все сейчас увидим. Он лезет на Луну? Но зачем? Определенно зачем-то внеземным. Ты же мой рыцарь!